Мемориальный комплекс «Брестская крепость» – крупнейший памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленное защитниками цитадели, она получила почетное звание героя. Поэтому не случайно местом проведения героико-патриотической акции с участием юных миротворцев «Мы этой памяти верны» был выбран именно Брестский мемориал. Организатором мероприятия выступил Белорусский фонд мира. Масштабная акция собрала более 700 человек – делегатов Белорусского фонда мира от всех областей Беларуси, ветеранов, священнослужителей, студентов и школьников. Задача акции – привлечь внимание молодежи и подчеркнуть героическую историю и подвиг белорусского народа. Мы стараемся ко всем нашим мероприятиям привлечь молодежь как не стороннего наблюдателя, а как участника. В рамках мероприятия состоялся митинг-реквием, посвященный защитникам Брестской крепости. В памяти героев-пограничников дети держали портреты тех, кто принял на себя первый удар врага. Чтобы не пришлось им этого пережить, что мы пережили. Молодцы, ребята, они, значит, смотрят на нас, и у них загорается в душе тоже защита о родине. Тюрьмы, гетто, газовые камеры, все это мы пережили. И наша цель сейчас сделать так, чтобы молодежь помнила об этом, знала об этом и не допустила фашизма. От имени подрастающего поколения страны за подвиги героев Великой Отечественной поблагодарила юная Мария Кабаева. Девочка удостоена символического почетного статуса «Дитя мира». Мир – это вообще самое главное, что есть у нас на Земле, в нашем вообще мире. Это вообще самое-самое главное. Если у нас не будет мира, у нас не будет ни радости, ни успехов каких-то, ни хороших эмоций. Сегодня призыв сохранить мир для будущих поколений актуален как никогда. К миру, следуя евангельским заповедям, всегда призывает и православная церковь. В центре Брестской крепости воздвигнут Свято-Никольский собор, который является не только духовным маяком для воинов-пограничников, но и патриотическим и архитектурным памятником. На каждом богослужении в храме возносятся молитвы о мире. Призыв к миру, он всегда актуален. С него начинается Евангелие. Когда Христос родился, то ангельское воинство, явившись пастухам, воспело песнь: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеце благоволение». Самые главные слова Спасителя в заповедях блаженств Господь говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Поэтому церковь, она всегда была инициатором мира. 21 сентября, ну, в этот день также празднуется День мира, да, и в этот день родился наш Макар. Нам торжественно власти вручали сертификат, что это ребенок мира. Я думаю, что в первую очередь это его желание, кем захочет стать, тем и будет. Ну а мы будем поддерживать его как родители. В завершении участники митинга возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Дети выпустили в небо белых голубей как символ мира. А затем все отправились на экскурсию по Брестской крепости. Такие мероприятия имеют большое значение для молодежи. Учат помнить великий подвиг народа, формировать чувство гордости за свою историю, народ, и вносить достойный вклад в укрепление мира. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».